А в Новокузнецке огонь уничтожил магазин строительных материалов. Возгорание случилось в половину 12 ночи, только поэтому никто не пострадал. В здании уже никого не было, прибывшие на место пожарные потушили пламя, но спасти само помещение не удалось. Магазин и склад сгорели почти полностью, вместе с ними строительные материалы на площади более 200 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации печи.